Актюбинец Нурбек Карагулов вернулся с чемпионата мира по мини-футболу. Спортсмена встретили коллеги, болельщики, родные и близкие. Национальная сборная Казахстана заняла достойное 4-е место на чемпионате мира, прошедшем в Литве с 12 сентября по 3 октября. Это исторический результат для национальной команды. Актюбинец играл под номером 4. Всего в составе национальной сборной Нурбек провел 15 матчей. Я очень рад и благодарен Всевышнему. Чемпионат прошел на высшем уровне. Самый сложный матч был со сборной Португалии. В самом конце мы пропустили гол. Считаю, 4-е место – это не какое-то чудо, а усердная, кропотливая работа всей команды. Сейчас мы в четверке лучших команд мира по футзалу. Спасибо всем, кто поддерживал и болел за нас. Победа любит сильных. Поэтому сегодня, как на сегодня результат у нас 4-е место – но мы оцениваем это как победу, на самом деле. И соответственно, делаем выводы и делаем итоги для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому это был наш первый поступь, как участника чемпионата мира. Так что впереди чемпионат Европы. Ребята, Бог даст, ставят перед собой цель выиграть чемпионат Европы. Я думаю, на самом деле, у них для этого есть большие шансы.